Около 1500 пешеходов оштрафовано в Губкинском с начала года за пересечение проезжей части в неположенном месте. С целью профилактики правонарушений с участием пеших участников дорожного движения сотрудники ГИБДД организовали рейд «Водитель-пешеход». Во время его проведения госавтоинспекторы зафиксировали 11 фактов нарушения правил дорожного движения. Два водителя привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. По словам правоохранителей, губкинцы стали более ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения. Существует тенденция к снижению нарушений правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями транспортных средств в части непредоставления преимуществ в движении пешеходам. Инспекторы ГИБДД напоминают жителям города о необходимости соблюдения правил проезда на так называемых круговых перекрестках. При въезде и выезде с перекрестка данного типа водитель должен обозначить направление своего движения, а именно включить правый указатель поворота. При движении по кругу – левый. Дорожными знаками регулируется очередность въезда и выезда с таких перекрестков. То есть при въезде на перекресток с круговым типом движения может быть установлен знак «Уступи дорогу». Это значит, что водитель, въезжающий на данный перекресток, должен пропустить все транспортные средства, которые уже на него въехали. Соблюдение правил дорожного движения является жизненной необходимостью, говорят инспекторы. В противном случае высока вероятность создания аварийной ситуации. Как пишет информационное агентство «Северпресс», с начала года на Ямале произошло почти 4000 ДТП. В них погибли 36 человек.